Всем огромный привет! Был вопрос в комментариях, почему листья у фиалок растут вниз? Что с фиалочками не так? Если фиалка обнимает горшочек, это не страшно. Фиалка не болеет, это не вредители. Такое может быть из-за сортовых особенностей, когда листья вот так растут вниз и формируется такая розеточка. Либо от переизбытка удобрений, но чаще от переизбытка света такое происходит, то есть пересвет. Не надо путать опускание листвы при загнивании и проблемах с корневой. В таком случае фиалочка будет терять тургор листвы, то есть листья будут мягкими, вялыми. Если какое-то заболевание у фиалки, на листьях может появиться налет, пятна, листья могут начать отмирать. То есть один из сигналов, что с фиалочкой что-то не так. При пересвете, при сортовых особенностях, тургор листвы у фиалки хороший. Листва упругая, то есть на фиалку могут действовать внешние факторы выращивания. Вот эту фиалочку я переставила с подоконника под освещение на стеллаж. В моем случае у этой фиалки такая сортовая особенность. Листья у нее никогда не растут вверх. До того, как я поставила ее на стеллаж, листья немного были приподняты, совсем немного. На стеллаже что-то ей не очень понравилось. Она их немного опустила вдоль горшка, поэтому я поставлю все же обратно ее на окно. Такое также может происходить от переизбытка удобрения. Если слишком часто вносить удобрения или сразу в больших дозах удобрять фиалку, например, месяца два вы не удобряли их и хотите возместить, сразу начав удобрять большой дозировкой удобрения, то от переизбытка такое тоже может происходить. Лучше удобрять фиалочки, существенно снижая концентрацию, чтобы не было перекорма. Обычно розетки закручены при пересвете у фиалок, очень загущена серединка, цветоносы под листьями бывают спрятаны. И надо помогать им выбраться из-под листвы. Цветоносы короткие и могут расцветать прямо под листвой. И чтобы помочь достать и распрямить их, цветоносы нужно аккуратно доставать из-под листвы. Фиалочку лучше несколько дней не поливать. Листва не такая будет налитая, не такая упругая. То есть листья будут более податливые и меньше шанс их повредить. Но это не решение проблемы, это не выход из ситуации. Нужно разобраться в причинах. Пересвет — это сортовая особенность, перекорм. То есть нужно наблюдать за фиалочками и выяснить причину формирования такой розетки. Если все же это пересвет и фиалка стоит на окне, то прикрываем окно либо светоотражающей пленкой, либо жалюзями. Можно листом белой бумаги прикрыть. Если фиалки стоят на стеллаже и все розеточки так формируются, не одна фиалка, а все, то надо уменьшать подсветку, чтобы розетки пришли в норму. И дело здесь даже не в уменьшении количества часов, а значит неправильно установлено освещение. Либо лампы слишком мощные, либо лампы надо поднять повыше,
фиалки опустить пониже, то есть правильно отрегулировать освещение. Вот это основные моменты. Вот эту фиалку я поставлю обратно на окно и позже покажу розеточку. На этом я буду заканчивать. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. И до новых видео. Всем пока!